Здравствуйте, товарищи зрители. Скоро я вам покажу несколько сюжетов, которые недавно показали по одному из ТВ-каналов. Там о паразитах говорил ведущий Тимофей Баженов, это зоолог, и два врача. Увидев случайно эту передачу, я еще раз решил сделать видео о паразитах, так как люди в основной своей массе порой не понимают смертельную опасность от некоторых видов паразитов. И если такие люди все-таки наберутся смелости и разума посмотреть это мое видео, которое вот вы сейчас начали смотреть, кто умнее, сразу примет меры. А то обычно люди смотрят видео, 99% наплюют и забудут. Я надеюсь, что вы сейчас все-таки очнетесь и уже сегодня-завтра начнете избавляться от паразитов. Глистов, гельминтов — это синонимы. Но уже с умом. Так? Чтобы не навредить себе. И об этом кратко я расскажу, повторю тоже в этом видео. Итак, на моем YouTube-канале уже было много видео по паразитам. Главное, основополагающее 4-часовое длинное видео было 10 лет назад. Но недавно я решил сделать современную, так сказать, трилогию, то есть информационный аналог моего того старого видео, но более четко, кратко и красочно. По всем трем классам гельминтов, то есть по круглым, ленточным и плоским червям. В этой трилогии я рассказываю про основные виды глистов, которыми люди обычно заражаются массово. Там я объясняю все от заражения до правил гигиены, от последствий и циклов развития до безопасного лечения, в отличие от убийства себя фармпрепаратами от глистов, назначаемых врачами, которые не изучают последствия применения этих препаратов, а просто по инструкции их советуют всем. Вроде Декариса и Вермокса. Не дай бог их и аналоги вам принимать. Первое видео по этой трилогии уже вышло, вот оно. Посмотрите потом, ссылку я оставлю вам под этим видео. Второе скоро выйдет. Подпишитесь на этот мой канал, проверьте подписку, чтобы не пропустить выход моего нового видео по паразитам. В общем, в первом уже опубликованном видео я говорил о том, о чем сейчас вы услышите от врачей. По крайней мере, про два вида гельминтов, про свайника и шистосому. Оба они относятся к классу круглых червей. Слушайте первый сюжет про свайника. Его биология, кстати, похожа на анкилостому, о которой я подробно рассказывал в моем первом видео-трилогии. Я зоолог, и то многих существ не знаю по именам. Ну, например, ленточных червей. Вот в этом водоеме нельзя купаться, потому что здесь огромное количество гельминтов. Но рассказать я вам хочу про вот такого маленького червячка, который называется свайник. Он прокалывает босую ногу человека, как будто сваю забивает. Первое время живет в дерме, потом переселяется в кровяное русло, человек бледнеет, ему становится все хуже, хуже. Потом у него перебои в сердце, а потом, глядишь, потеет и умирает. Это называется заражение свайником, то есть гельминтом. Можно подумать, что это только в Африке или в Юго-Восточной Азии. Нет, дорогие друзья, у нас в России то же самое есть. В Астрахани, в Дельте Волги, в Крыму, на Кавказе. И называется эта болезнь по-русски «бледная немочь». Такие же свайники. Просто чуть-чуть другой вид. Так, теперь буквально несколько слов про шистосому. Послушайте. Ежегодно их жертвами становится 200 тысяч человек. Улитки – переносчики паразита шистосома, который заражает людей таким опасным заболеванием, как шистосомоз. В какой-то момент подросшие в улитках паразиты выбираются в воду. Человеку достаточно искупаться в водоеме, чтобы гельминт присосался к его телу, нашел в нем микротрещинку и через нее проник внутрь организма. Через 3-4 недели после заражения может повыситься температура тела, возникнуть лихорадка, боли в мышцах, то есть как вот какая-то острая респираторная вирусная инфекция. Ну а далее при персистенции уже шистосомы в организме человека могут возникнуть различные нарушения в работе печени, в работе почек, в работе центральной нервной системы. Также могут возникнуть легочное кровотечение, кишечное кровотечение, желудочно-кишечное кровотечение. Я моим зрителям постоянно твержу об этом, уже 10 лет. Ни в коем случае не применяйте химические фармпрепараты Декарис, Вермокс, Пирантел и прочую страшную химию, которая разрушает, уничтожает печень и почки, вызывает рак крови и другие виды рака. Некоторые фармпрепараты были изобретены специально для отдельно одного конкретного вида паразитов, но его назначают практически там от всех. В этом не разбираются врачи. Подробнее я рассказывал в моем первом видео трилогии, посмотрите его потом непременно, я не просто так несколько раз это повторяю, потому что людям порой и 100 раз бесполезно повторить, я вижу это по комментариям. В этом видео по ТВ показали и
Один из вариантов попадания в организм человека паразитов. Через переносчиков, таких как моллюсков брюхоногих, то есть улиток. Вот послушайте. А вот если обычных ракушек наесться, ну, например, таких как ампулярий или виноградных улиток, вот тут могут случиться настоящие неприятности. Червяки развиваются внутри человеческого организма и, в конце концов, могут человека сделать инвалидом. Но на самом деле вариантов попадания в организм масса. Огромное количество, но это несколько групп всего. То есть вам надо понимать, чтобы уменьшить шанс получить паразита в организм, как они передаются от кого-то, от животных или предметов разных к человеку или с грядок. В общем, для этого посмотрите, еще раз твержу, первое мое видео и ждите второе и третье. Более 10 лет я уже твержу, что паразиты есть у всех людей. Вопрос, какие виды, в каком количестве и сколько вообще видов может быть одновременно у человека. Это вот только в этом разница, но всегда и у всех есть. Я еще не видел людей, которые жестко соблюдают правила гигиены, для которых это просто в естество вошло. Не потому, что они себя заставляют, вот как я не заставляю, просто для меня, человек, который биологией занимается почти 40 лет и очень хорошо знает попадание разных инфекций, так сказать, в организмы и животных, и людей, то для меня это естественно. Я это четко вижу по людям. Никто этого не делает. Поэтому люди заражаются всегда паразитами. Поэтому надо ввести себе в график 2 раза в год, выводить их из организма, проходить антипаразитарную программу. Вот эту. Ссылку на эту программу я оставлю вам под этим видео. Вот если вы не хотите себя, конечно, покалечить, кто-то выбирает путь химический. Пожалуйста, кто-то сейчас начнет мне там писать: реклама моя и потому, это не потому. Да, я проблему обозначил, она очень серьезная. Меня злит, даже злит, что люди просто вот так вот дешево отмахиваются, как будто ее нет. Ну зачем себя обманывать? Я люблю честность, не люблю, когда люди себя обманывают. Как решить эту проблему? Вы можете, вот честно, просто познав, что она есть, не отмахиваться от нее и сказать: мне плевать, я вот до последнего, куда кривая вынесет. Да, это один подход. Второй подход. Буду химию принимать, врачи что назначат, то и буду, и мне наплевать на себя, что будет, то и будет. Да, это тоже подход, просто честно надо об этом сказать. А не думать и говорить, что это все будет хорошо, иначе врачи бы не назначали. То есть это безопасно, обманывать себя опять-таки. Почему я объяснил еще 10 лет назад. Ну и третий вариант. Взять и выбрать для себя альтернативу, разумную, то есть безопасную методику, антипаразитарную программу, которая также является, кстати, помимо прочего, гепатопротекторной, то есть восстанавливает клетки печени, то есть регенерация печени, главного нашего фильтра организма, что, конечно, предельно тоже очень важно. Итак, ссылку на этот антипаразитарный набор, программу, я оставлю вам под этим видео. Вы можете ее смело заказывать, перейдя по ссылке. Отправляем мы ее в любые города России, страны мира. Любые. Не надо писать, только перечисляя страны, а вы эту можете. Можете у себя сами просто посмотреть, есть у вас Почта России в той или иной стране, филиал, то есть Почта России. Если есть, то закроем эту тему, значит, да, автоматически можем. Ну и теперь посмотрите вот этот сюжет. Паразитов, конечно, большое количество. Нет таких стерильных людей, у которых нет паразитов. Ну, самый всегда вопрос задаю, такой вот банальный вопрос. Когда последний раз пили антигельминтик? И в 99% случаев люди говорят: никогда. То есть вообще не использовали. Соответственно, они могут носителем быть какого-то того или иного паразита. Итак, дорогие друзья, антигельминтики, только не синтетические, вот последний раз, еще раз сегодня говорю это, никакие не вермоксы, не декарисы, если, конечно, вы в своем уме. Если хотите, слепо верите, пожалуйста, можете это. Это ваш выбор. Пожалуй, я завершу это видео вот этим тоже сюжетом, взятым из того видео, показанным по ТВ, про дураков. Есть такие, оказывается, их немало, кто специально себе подсаживает тех или иных паразитов, веря в то, что они решат какую-то проблему с их организмом, хотя они не решают, конечно же, и только лишь усугубляют. Поражаюсь просто, какие же бывают люди. Слушайте. Удивительный факт. Есть люди, которые осознанно заражают себя паразитами в надежде излечиться от самых страшных болезней. И если вы думаете, что это какая-то забава местных чудаков, то вы ошибаетесь. Существуют целые сообщества почитателей лечения гельминтами. У них даже есть отдельная энциклопедия в интернете с подробным описанием видов паразитов и их якобы пользы и, конечно, с адресами продавцов. Цена на паразитов не низкая, достигает 40 тысяч рублей за порцию с несколькими гельминтами. Я очень надеюсь, что данное мое видео
состоящий из моих слов определенных вот сюжетов, все-таки дошло, дойдет до тех, до кого другие мои лекции по паразитам не доходили. Под этим видео я оставлю вам плейлист, то есть папку, условно говоря, по ссылке. А на мой YouTube главный канал, вот этот, на котором вы сейчас, где собраны все мои видео о паразитах. Но я вас прошу, хотя бы посмотрите вот эту первую часть новой трилогии. В принципе, достаточно. Ну и, пожалуй, когда ЗОЖник один, просто некоторые люди верят, что если я там веган, сыроед и так далее, то у меня паразитов быть не может. Есть такие люди, я не могу их вменяемыми назвать, потому что логики здесь верить в это никакой нет. Ну никакой, это я тоже в первой части трилогии объяснил еще в который раз. Так вот, посмотрите тоже видео про то, как ЗОЖник у себя по крови нашел определенных, ну по капле крови на темнопольном микроскопе, увидел в том числе паразитов некоторых личинок, ну микроличинок. И был поражен. И я вот анализирую, чему же был поражен этот человек. Вот эти, пожалуй, два видео, вы хотя бы два посмотрите, их мы вынесем отдельными пунктами. Итак, первая ссылка верхняя под видео будет на антипаразитарную программу «Набор». Вторая на мое видео, вот первое из трилогии. Третья ссылка будет на видео, где вот этот ЗОЖник говорит, что удивлен, что нашел у себя паразитов. Ну и четвертая ссылка будет на весь плейлист по паразитам, где все мои видео, они собраны. Ну а дальше уже будут другие. Посмотрите, какие тоже важные и нужные ссылки. Но хотя бы первые три посмотрите непременно. Итак, посмотрим на результаты, что происходит с людьми. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово «подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомление, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, YouTube. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!